Приветствую всех зрителей и гостей канала. В прошлых видео мы уже рассматривали несколько вариантов восстановления советского автомобиля ГАЗ-20 «Победа». Работа по восстановлению довольно кропотливое занятие и требует много сил, времени и финансов. Каждый мастер старается максимально восстановить автомобиль к заводскому состоянию, но не всем это удается. Хочу вам показать еще один отреставрированный автомобиль ГАЗ-20. Конечная работа впечатляет. Итак, давайте посмотрим, что мы имеем. Состояние у Победы, в общем, хорошее для машины 1955 года. Машина не гнилая, можно сказать, в идеальном состоянии. Салон комплектный, хром весь в наличии, но ржавчины и вмятины имеются. Отлично сохранился пластик салона, особенно руль. Хром на троечку. Кстати, у нее родной двигатель, коробка, салон, мост и так далее. И самое главное, машина на ходу, заводится с полоборота и едет. Далее фото автомобиля ГАЗ-20 «Победа», который был полностью восстановлен практически в идеальном состоянии.